Уважаемые товарищи, нет необходимости характеризовать ситуацию, которая складывается в мире и в том числе в нашей стране. Мы не обособлены от этих событий. Естественно, имея особенно экономику открытую, мы во многом зависим от тех процессов, которые происходят в мире. И события развиваются порой неоднозначно, и поэтому наши решения требуют оперативных мер, как говорят в народе, с колес. Времени на переписки, рассуждения и согласования практически нет. Поэтому, мной, как вы видите, запланирован ряд мероприятий по вопросам, которые сейчас требуют в наибольшей степени реагирования и, прежде всего, влияют на нашу экономику. Подчеркиваю, это главное. Экономика, а значит, жизнь людей, и не только сегодня, но в перспективе, вопрос номер один. Все должно быть подчинено этому вопросу.